И привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Олег, и в этом видео я вам покажу такой механизм, как мусорка. Вот так тут она выглядит, и давайте на нее посмотрим. Вот он, этот механизм. Ну, давайте возьмем какие-нибудь ненужные вещи. Ну, например, мы берем совсем ненужные вещи, которые нам не нужны. Нам их надо выкинуть, все. Надо выкинуть. Вот, я понабрал всяких ненужных нам вещей. Мы их всех выкидываем в эту мусорку. Нажимаем на кнопку, и они все сгорают в лаве. Механизм вот такой вот, совсем небольшой. Как вы видите, и совсем не затратный. Для того, чтобы его построить, нам понадобится любой блок, так, липкий поршень, раздатчик, редстоун, повторитель, компаратор, красный факел, так, кнопка и вот этот, блин, железные прутья для красоты и еще ведро лавы. Так. Ну, я вот здесь его где-то построю. Для начала делаем вот такую вот стенку. Вот такую вот. Сюда ставим кнопку и ставим две железных прутья для красоты. Сразу говорю. Тут ломаем два блока и тут два блока. Сюда ставим липкий поршень с блоком. Сюда тоже ставим раздатчик. Сюда блок не надо ставить. Так, теперь. Сюда ставим факел, потом копаем примерно вот такую вот ямку, вот тут ставим блоки опять же, так тут я такой блок поставлю, сюда ставим компаратор, сюда ставим два повторителя, тот, который направляется в раздатчик, ставим на максимальную задержку, который направляется в компаратор, ставим задержку в один клик и прокладываем редстоун. Теперь сюда ставим блок, редстоун и красный факел. Теперь вот в этот раздатчик ложим ведро лавы, да. И теперь скидываю сюда все вещи, которые вам не нужны. Так, я подальше отойду, чтобы меня не подобрались. Так, звонок. Итак, продолжаем. Мне просто позвонили. Ну, я до конца скидываю все ненужные вещи. Нажимаю на кнопку, и они все сгорают в лаве. Ну, я надеюсь, что вам понравился этот механизм. Ну, я надеюсь, что вы сейчас подпишетесь на мой канал, ведь это всего лишь несколько кликов. И всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Всем пока, пока и пока. Ладно, всем пока.